Так, всем привет, я расскажу про куклу с Аквамена. Да. Я же покажу, какой у него минус. Когда постоянно его трогаешь, он начинает писать, блин. Ну да, звук. Если кого раздражает это, можете батарейки вытащить с него. Вот этого Аквамена. Ну, давайте. Да, я в том видео расскажу. Вот, видите, начинает пищать. Я его не буду кричать потом. Ну, вот, пищит. Надо аккуратно его доставать. А он его тут, вон где батарейки снимаются сзади. Ну вот, ноги даже сгибаются. Никак, учёные взовы. Вот руки. Они в бок не идут, ничего. Какие-то куски пластика. Блин. Вот, наполовину. Если бы компанию Барби бы выпустила, сделал бы как вот того. Вот ты любишь его. У каждого героя они меняются. Свои есть. У Тритона и Русалочка. У него другой. У Тритануса другой. В Лего у него другой был. Вот. Вот такой вот Аквамен. Куклу Аквамен. Ждите, скоро будет обзор. Обзор про Супермена. В следующем видео будет про Супермена. Ну, ждите. Там таблетки вот эти доставляете. Это не ой, как Disney. Не из Marvel и не это из DC. Вот. Marvel вообще по-другому. Кто знает, как пишется Marvel по-другому? Как по-настоящему пишется Марвел. Тут почему-то Железный Человек, Тор и Скринглас. Почему-то. Тут они еще вот на заводе это склеили. Коробку. Ну вот, все, всем пока. Пивайте, всем пока.